красная, у него оранжевая была. Какая нахрен разница? У меня DeLorean темный, а не алюминиевый. Его перекрашивать надо. Чай, блин.
Я нашел там жилеты, но... Мотоциклетные. Да, но они одеваются на голое тело, то есть без рубашки. А я у себя нашел шоколадные конфеты с вишневым ликером. Они довольно крепкие конфеты. Где-то через час я буду в говно. Я тоже. Что-то как-то криповато сейчас. Звон колоколов. 9 часов. В 3. Какие 9? Не, не по нашему времени. Я тут вылетел случайно, сейчас зайду. Не знаю, куда меня будет. Я вдруг осознал, что хочу какой-нибудь ремейк «Назад в будущее». Ремейк? Да, сейчас же любят переснимать трилогии. Не, слушай, не, ни в коем случае. Прям не. Мне интересно, как бы это выглядело. И причем именно со сдвигом времени. Чтобы не в 80-х он ее изобрел, а вот сейчас в 2000-х. Док, нахера ты взял Делориан? Ну, что было на свалке, то и взял. А то там отмазывались. Алюминиевый корпус, там вся херня. Алюминиевый чё? Корпус. Он же полностью алюминиевый. Ох, нифига себе, где я появился. Знаешь что, поеду я его перекрашу. Какую мастерскую? В ближайшую. А, ну это значит туда. Ага, не он так и остался выключенным. Кстати, а если я... Включается он индивидуально только у того, кто его выключает. А, ясно. То есть у меня ничего не меняется. Мы это вроде уже проходили, я выключал, ты говорил, не помню. Половались. Слушай, это прикольно, если я его выключил один раз, он у меня выключенный постоянно, даже если я из машины выйду. Было бы прикольно, если бы это было у всех. Не индивидуально. Дебило. Опять же ждем нормальные сервера. В смысле? РПшно? Недостоящих. Как вообще играть на этих РП-серверах? Это надо саму игру еще ставить, типа как клиент? Нет, ты просто ставишь клиент. Игра у тебя типа остается как есть. Игра стимовская, так и есть, допустим. Ты запускаешься через лаунчер, да? Тишина в ответ. Видимо, да. Да-да. Что-то мой угол не воспринимает нихера. Жрать надо меньше. Конфетки всякие там. Ликерные. Раскнись нахуй. А? Нормально. Сколько надо съесть таких конфет, чтобы ужраться в ноль? Думаю, видал. Причем
запихивать в себя так, чтобы щеки лопались. Я сок не съем, ты чё? Ой, нахуй ведро. Я скопычусь от количества какао, которое будет, блядь, в том ведре конфет. Значит, отскабливать шоколад и есть только начинку. Охуенно ты придумал. Просто представь, вот есть у тебя человек, который не пьет, и даже конфеты там с ликером или с коньяком не ест. Вот, будет всем счастье. Тебе коньяк, другому шоколадка. Ну я походу в одну харю все это съем, а потом на меня обидятся. Все, перекрасил? Да. Белый какой-то. Алюминиевый. Не понял. Реально пил. И Марти станет женщиной. Ну, я понял, что там нет смысла переливать. Космоса, я не знаю во что. Ну, тормози, стой. В магазин одежды был. Иди одевайся в док. И так в док одетый. Где хоть? Возьми пальто белое. Хотя бы. Чтоб со спины выглядело как это. Как докторский халат. Достаточно было бы того, что я просто в светлый одет. У меня всего 4 пушки. Знаешь, какие? Пистолет, автомат и ракетница. Пистолет М9. Ракетная установка. Малый ПП. ТГ-9. И М-ка. Всё. Больше ничего не ножа нет. Даже ножа нет. Иди купи. А, денег тоже нет. Ну почему деньги панки общие? Карманные разные могут быть. Your wish is my command. О, господи. Многие виды одежды еще не видел на женском персонаже. Второй снизу. Второй снизу. Feel free to flag me down if you want something. Сука, есть серый макинтош. Светлое, светлое кашемировое пальто не пойдет, слишком засорто. Не, я еще знаешь, что думал насчет чего? Это ж церковь. Можно, в принципе, одеться как ковбой. Ну, там, третья серия, вспомни. Они там вообще на диком западе. Я смотрел уже, я нашел только... Здесь есть ковбой. Ну есть, но там чисто рубашка, джинсы, мокасины и шляпа. Шляпу можно отдельно купить. Все остальное вот. Надо. Что? Вот. Ну, но это не то. Не-не-не. Пальтишко бы какое-то. Док был в плаще всю дорогу. А вот Марти... Марти был в кожаной куртке с рюшечками, с такими, и в джинсах с сапогами. А, нет. Ну, у него типа джинсов что-то было грязь. Что ты говоришь, на голое тело? Под водолаву и под эту поддутую куртку можно было футболку одеть. Рубашку. Марти носил рубашку. Ну, нахуй разница. Блин.
That's a great price. Ну, типа, знаешь, это рубашка с закатанными рукавами, там можно найти такую. Такие, короче, на Симмарте. Вспомнить бы только такие. Да ладно. Hey, LJ. Everything's on sale. Какой хуйней занимаемся? Чё, так оставить? Я пойду в джинсы одену. Ты такой, не-не-не-не-не. Let me know if I can improve your shopping experience for you. Чуды на меня Париже, знаешь. We've got the biggest selection in San Andreas. Thanks. Have a nice day. Go fuck yourself. А, не он включился. В мастерскую съездил. Починил, блядь. Кого? А чё не так? Я говорю, не он включился. А? Подожди. А куда ехать-то? Надо еды купить. Куда ехать тут? Понятно. О, тут не индусы, ты прикинь. Хола? Хола? О, да, с Австралии, что ли? And we don't hear. Чур, бабки мои. Ты барышнище... Не баригатор! Ты барышнище жить начнёт она. Зеленые банки вижу отсюда. Да-да, спасибо. Пусть деньги гнит. Выпивка зло. Ты знаешь, что это такое? Это 40 аргументов против того, чтобы ты... Он их что, мне что ли скинул? Отдай.
Сука, знаешь, что бабе деньги лучше не давать. Самое смешное, что он стоит на тебя, смотрит, бабло собирает, а скинул мне. Сгинь! Кому? Вот это вот тело залетное. Ты скинь ему скриншот. А, да, точно. Скинь.